Всем хорошо. Сегодня буду готовить пиццу вместе с моей бабушкой. Перед тем, как я начну свой видеоролик, я хочу сказать, почему я так мало выкладываю видео. Бывает, видео выходит раз в 3 недели, раз в 2 недели, раз в месяц, а может и раз в 2. Первая причина – у меня школа. Вторая причина – мне лень монтировать. Третья причина – мои ролики могут начинаться вот так. Ребята, что мы сегодня делаем? Начнем, ребят, с того, что... обратная перемотка. Я не переоделась. Переходик. Сейчас вы увидите мой переход. Бам! Вот такой вот у меня лук. Ваша любимая кофточка. Собственно говоря, с чего я и начинала свою карьеру... кулинария. Вот. Тут на пуговках. Вот. Кофточка, так что такой вот зимний у меня лук. Поехали готовить. Обстановочка, ребят, прекрасная. Ем борщ со сметанкой, с луком, с огурчиком. На фоне мы смотрим, какие закуски можно приготовить на бабушкин день рождения. В общем, классно. Хорошо. Мил, давай чай попьем и начнем это. Блин, или давай пиццу сделаем, потом чай попьем. Вот кусочек трубки. Остатки как это. Мил, мне не надо. Мил, ну не снимай. Остатки шлотки. Милаш. Извиняюсь. Запалила бабушку. Это к истокам пиццы. Вот как это начиналось? Экранизация. Давайте по-реальному наш арсенал яичко. Деревенское какое-то. Я уже вся испачку в тесте. Ой. Не разбивай пока, Мил. Я ничего не могу. Давай начнем. Чуть-чуть. Вообще помидорка. Сыр, только твердый. Я немного сделала ажурный вырез у колбаски. Надеюсь, вы не против. Бабуля, это тоже колбаса? Нет, это грудка куриная. Это филенка. Как? Страна, что ли, какая-то? И корнишончики. А еще любимый бабушкин кетчуп. Рецепт я напишу в своем телеграм-канале, ссылочка в описании. Вот тут на тесте QR-код. Ребят, значит, объясняю по-быстрому, как надо разрезать колбасу. Колбасу режем на вот такие вот маленькие кубики. Как это называется еще раз? Пастрама. Пастраму режем на вот такие кусочки. Теперь переходим к корнишончикам. Их нарезаем вот такими вот маленькими. Тоненькими. Далее помидоры. Помидоры. В общем-то, режем их то же самым образом. То есть сначала мы режем их как то же самое образом. Мы просто, короче, кубиками вот таким вот образом, типа слайс. В общем, ребят. Теперь мы смазываем наш борщ кетчупом. Нужно все очень хорошо, ребят, смазывать, даже края. То есть мы просто берем вот таким вот образом, это размазываем. Короче, ребят, вот если вы сейчас смотрите вот такие вот прикольные мои ролики, на самом деле я болею. И там видео, где я падала или что-то роняла. Яйцо я уронила, да, это еще ладно. Ну, где я упала? У меня потом очень сильно болела голова. То есть сначала мне было смешно, а потом у меня болела голова. Она и сейчас, в принципе, болит. Значит, потом у меня болит горло. Очень много вырезала моментов, где я кашляю. Вот сейчас их несколько моментов вставлю, потому что их слишком много. Не буду ставить все. Вот чтобы вы понимали...
ошибка. Вот, это происходило. Так что не пиши мне, пожалуйста, нигде, типа, ты не болеешь, у тебя там воспаление хитрости. Знаете, мне не очень такое слышать приятно. Так что, пожалуйста, примите мое положение. Сначала, я думаю, в середину нам надо разбить яйцо. Бабуль, не разбивай яйцо. Ну, давай тебе разобьем. Я умею. Ну, не об стол, а под, хотя бы об край, чтобы... Все. Чего-то как-то не на середине, ну ладно. Так. Значит, теперь идем по кругу. Я прям беру такой вот заборной солянкой. И прям иду по периметру, по всему. Прям вот помидорчики, колбаска. Так, все, плиту сразу выключаем. Прям такой дымок. Такая вот пицца у нас получилась. Так, ребят, ну что ж, давайте попробуем нашу пиццу. Как я вам, хотя я вам не говорила, ну, в общем, у нас здесь получилось все равномерно, так как мы все именно рассыпали. Я думаю, что получится вкусно. Давайте проверим. Вкусно. Десять из десяти. Короче, я придумала это название пиццы. Часонка. Потому что мы ее готовим обычно в час ночи, либо 12. Пицца называется часонка или часонка. Даже тут часонка. Часонка. Полуножница. Полуножница? Полуночница. А, полуночница. О-о-о, полуночница. Вот такая вот пицца, полуночница. Так что сегодня вы увидели новый рецепт пиццы. Полуночница. Короче, вот это идеально. Я буду продолжать кушать. Всем спасибо, кто остался до этого момента. А если именно вот ты остался, то огромный молодец. Спасибо тебе. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы... Не пропускайте моих новых роликов, потому что я буду стараться их выкладывать чаще. Поэтому всем пока.